Блин, нужно сначала отметить пространство на листе, где мы будем рисовать блин. Вот, например, я вот буду рисовать блин отсюда, вот до сюда и вот до сюда у меня вот блины, допустим. И далее рисуем первый блин. Вот я нарисовала первый блин. Чтобы нарисовать стопку блинов, нужно изобразить ее неровные края. Начинаем изображать неровные края блинов. Вот от первого блина. И также с другого края. С другого края также изображаем неровные края блина. Приступаем к обрисовке блинчиков. У нас пошел второй блинчик.
Линии лежат не все ровные, рисуйте еще загибающие края. И еще один блинчик нарисую. Раскрашивать блины у меня будут желтые, потом я добавлю еще оранжевого. Желтым я раскрасила цветом, теперь я добавлю чуть-чуть оранжевого цвета. И теперь раскрасим мед. То у нас будет шоколад с вареньем. Несем клубнику красного цвета. И лепестки зеленого цвета. Ребята, если вам понравилось видео, подпишитесь.